Балладе о Пьебомбере. Pagal to paties pavadinimo Michailo Vėgėlio apysaką. Сядь паской меня. Принято! Субрато. Никита Ефимовас. Александр Давидовас. Штурман, высота полторы, что у нас остатка? Екатерина Астахова. По топливу в порядок. Черт, не успели зайти на немцев. Не успели на немцев сугрищти. На немцев бы не нарваться. Не сенориту Вухичу сутикти. Не дреем, не Жорик. Не берем Жорики. Сколько до аэродрома? 30 километров. Жора, высота Жора 1000. Рассчитывай заход. Андрюха, Мессершмиттас. Дима, Мессершмиттас! Дима, дешнее, Мессершмиттас. Он нас обходит! Осторожно, Дима, Сергей, есть всякая паска тебя. Мотал. Моношон меня сбоит. Уходи на солнце, я тебя прикрою! Если же меня в штабе. Высота 900. Молчи с Девинишем. Искренно. Дима, Шон. Мессершмиттас. Мессер на хвосте! Шаури! Андрюха, он Андрюха, меня спадайте мне! Сценарийos autorius Arkadijus Tigajus. Režisierius Vitalijus Vorobjovas. Хендехов! Вы че, мужики, какой Хендехов? Хендехов, юхаш совички, стой его, что породится совички, шунснаки. Чем вы можете объяснить, что самолет майора Городничего был четко направлен на военные склады? Он не мог быть направлен на склады. У него плоскость руля разбила в дребезги, машина была практически неуправляема.
Почему упал? Авиацию сполку штаба слово копашта свиноски трюмен. Потому что левый двигатель тоже отказал и повел самолет в сторону. После атаки мессера у Городничего практически не было хвоста. Он не мог управлять самолетом в таком положении. И столько лихтового видения галет и абсурда. Так, Гревцов, ты груби, берегись. Беремся. Значит, вы уверены, что это не диверсия? Значит, уверен. Я с Димой летаю три года. И весь мой экипаж может подтвердить, что машина была неуправляемая, летела как хотела, и Городничий тут ни при чем. Лейтенант. Лейтенант, да. О, юс, ирги не сутинкате су армию. Вы тоже не согласны с выводами контрразведки? Не надо смотреть на командира, я вас спрашиваю. Вы хорошо видели, как самолет Городничего протаранил склады? Лично я не видел. Пац, нема чё. Командир спросил, сколько осталось до аэродрома, я посмотрел на карту. Я ж тебя еще топ-бой спрашиваю. Старшина. Верщила. Вы куда смотрели? А кур юз жюреете диверсию смету? Не знаю. Не женал? А ша уже и мессери? Я по мессеру стрелял. Василий Филиппович, пусть каждый напишет свои показания, мы их послушаем. Пусть напишет. Тогу порашу. Вам все ясно. И все виска супратите. Идите. Идите. Ну не верю я. Не может не быть, Гали, чтобы майор Городничий может. Гали. Еще как может. Кайб Гали. Городничий, мы забираем себе. Мы с ее подербесьме. Будем с ним работать. Оюмс до донуроди. А вам предписание. Отстраните его экипаж от выхода, это экипаж из кредита. Я совсем забыл. Висек помершил. Товарищ Гривцов, ваш запрос официальный ответ пришел в штабу. Официал Ацакима Юсу Поклусимака. Сакау кат габами официал Ацакима. Я говорю, официальный ответ пришел на ваш запрос. Так что вы молчите? Ты хоть ты летя? Я не молчу, я... Аж не тиляш. Мимо. Не потайкио. Институт. Института сбуво эвакуатас и Свердловск. Меня эвакуировали в Свердловск. Ирьё сорошился нет. В списках не значится. Что у них там? Кестен по сюжету горе виста. Что там творится в безопасности? Если человек в эвакуации, он же будет и курнорс. Он же где-то прописан. Из гауна маисто портера. Он продовольственную карточку получает. Значит, получает. Ир гауна. А ты уже сколько запросов сделал? Окей, поклоси мою уносенький. А что, Нес? 8. Ай-яй-яй, товарищ сержант. Дорогие сержанты, им струкста политиня брандума. О чем это вы? Опиха чакалбаху. О том, что вы поощряете капитана Гривцова, капитана он Гривцова, и спасенного дода. Мы все сунули дому, с его бегалинями с нота, господешками струкста, дырки компетентным с органом. У него все уже невесты в каждом втором углу. И в невесты каких оно я штабу опиганы. Минуту, капитан. Капитоне, палавки. В чем дело? Коим срике? Я по поводу Димы Гривцова. Говорю, посеки, это дел Дима с Гривцовым. Если не приезжаешь, не секарщу, капитоне. Товарищ капитан. Погол институт, стейки крипты здоровья, капитоне. Послушай, Купишь кашакойся, покуси меня, сись на грибе. Капитоне Гривцов. Занимайтесь своим делом. Усимите сову риколайс. Мы без вас, капитан. Мы с ребеюсь, уж сейшкин, с мягкой сприешь, особо здравого вас. Заводи. Ужвеск.
Знаю, как ее сайшкинать. Кто это вы? Кестия, Юс. Вы имеете? Контрите Аменье, капитоне Гривцовый. Армия с контржвальгиба? НКВД? НКВД? Фронт? Командование фронта? При чем тут фронт? Куча дед от фронта. Что, Советская Восемь? Галим Совет Вальджи не потенки? Ты меня потенки уж на горе Кирмене. Что? К? Что слышно? Тайка Гердей. Да он тут и вибер зикуя. Ленди покуркомис. Сидишь там, сидишь в кабинете, и светим у него имя Саскочка. Аж вы ждете от Савант, Антич в кабинете. И запомни, и Ратменька, Дима Городничий, сверто с дешимте стокю крипто. Ижгам. Скрижа нотеля с долгелей 300 километров. Длина ракеты ракета порядка 14-15 метров. Скерсмол по центру метра. Общий вес составляет до 15 тонн. Это Искайтан, боезаряд. А сам боезаряд? Москва, Кремль, берет с кабинета. Сокек сверя под хувине сушится. С мусу до мене не спеем, а хувине с ракету зарез мальсира и китонос. Какие у них сроки? Остались последние испытания. Если эти испытания пройдут успешно, значит ракета пойдет в серию. Когда начало испытания? В сентябре. На Бобринском полигоне. На оккупированной немцами с территории. Прохождение линии фронта на текущий момент позволяет немцам бомбить ракетами Москву. Следуя приказу главкома, мы ставим вопрос о срыве испытаний, готовим диверсионную группу. Такая операция силами одной диверсионной группы. И как нет, товарищ Берия, в этом районе успешно действует партизанское соединение имени Буденного. Правда... Другі вести без генімо комітету на рі. Що мету, ріща з району партизани, связь з партизанами района, лайкіна і натурімя. Временно отсутствует. Отсутствует? Натурімя? Временно, товарищ Берія. Лайкіна і другі Берія. Район очень сложный. Тайловий судетінга з району. Вибрас радістов закончился. Радістов збейгасі несякні. Удачно. В ближайшее время. Артемевсі мету ріщі ізбус адхортас. Связь будет восстановлена. Каждый может ошибить нас, любимый мучимся, да жизнь не даром говорится наша, что случится. Тюх-тюх-тюх-тюх, разгорелся наш утюг. Не ревную я с другой, да это переменится, все равно будет мой Родис мусы свечи. Ленинграду объятия с мокиклос курсанта с комьюнолис Андрей Гривцов.
Он расскажет о нелегких буднях авиации, о том, как стать военлетом и быть достойным защитником нашего советского неба. Пионерам Красной Зари наш авиационный привет! Кола из Ленина, Сталина, Плана, Бук посерижец. Всегда посерижец. Ar jūsų mokykloje Morzės abėcėlės moko, žinoma? Ar gali ką nors pastuksenti? O tu suprasi? Aš beje per minutę 60 ženklų priimu. Netiki? Pakartok. Помершай интрометы. Я не второгодник. Аж не интрометы. Стесёк место. Мокимец фирмами курса. А может, ты вообще не имею? Карл Лакунас. Апсилка униформа. Ирвисы смету с вами было, якис пути присыпочен. Авиация, я бея. Дегемас был с речьис. Мурс, Морзе, себе цели не рекомендую. Обомбонящий с апскритой и рашоу лист радистас. Вот и спросил, что я поклал с рашоу радистов, катал, то ее позакисю. Во-первых, это три. Пермялся, че три строительства. Арня? Правильно. Ты сингаю антра. В. В. Р. Р. Нет. Нет. Ну скажи, вы после ты жмонишь. Дарко. Скайтык Дарко, это антрамете. Поскольку мегухи. Я. Аж. Ты. Ты. Эл. М. Я тебя. Аж тебя милю. Грибцова экипажа, посполку ладу. Знакомьтесь, товарищи. Начальник армейской контрразведки, полковник Кулик. Куликас. Командир экипажа. Чай экипажа ладу с капитаном Грибцова. Сыки гиви. Товарищи. Другой. Командование поручает вам очень ответственное задание, выполнение которого зависит жизнь. Приколся 7000 жмонių gyvybė. Боевая задача доставка груза. Кровенио десантавимо с парашютом. Прошу карту. Ответите при жемилота. Квадрат квадрат. Время вылета 23:20. Искрендате 23:20. Место сброса груза будет обозначено как страна, которая для вас подготовлена. Курьез юнца шкурс партизаны. Контрольное время сброса. Контрольное время сброса. 0:15. Самочувствие нормально? Ты крейтый. Что имя? Вот мы.
Что и квадрат. Вот квадрат. Здесь костры. Чело уже. Вот гроза. Че аудра. Ветер северо-западный. Че врес вахуровеяс. Ики 12 метров пер секунду. Для гусейс. Ики 15. Идете вот так. Скрисите штай ты. Обратно так. Грищите ты. Чего не упрямо? Ни в коем случае. Ее кейс будет. Здесь у него укрепрайон особого назначения. Две линии противовоздушной обороны. По данным разведки, в этом районе находится полигон, в котором немцы собираются провести испытания нового вида оружия. Ваша задача – максимально скрытно доставить груз. Так что немец ничего не догадался. Задача ясна? Можете спаечки? Тихо, тихо. Никодимыч, груз в отсеке. Никодимыч, оркровень из его кабины, я дарня. А вон, что я и отвешу. Строимся. Рихёкитес. Смирно! Ромей. Товарищ полковник, друга полковника, экипаж с ковенем с крючей посередине, с экипажа вада с капитаном Сгривцовас. Вольно. Лейсвай. Вольно, разойдись. Лейсвай, из кирстики. Принимай груз, капитан. Рим, кровень и капитан. Разрешите выполнять? Лескит вигдите. Вигдихит. Это груз, что ли? Арича, кровень есть. Да, это груз. Повторю свое задание. Спократок уж дать я салигас. Что повторять? Кто картон, ты курочек обменцию? Физоляжа. Чем у меня на 6000 дышаний. Хочешь еще 2 сантиметра уж, я хвепост. Значит, ниже пойдем. Если я пойду ниже. Я искрисий жемел. Товарищ капитан. Дроуге капитоне. Выполняйте приказ. Есть выполнять. Клаусову вигдите Исахима. Боец, за мной. Кори пасхи маня. Раньше летал, но еще прыгал. Нахте шикней. Андрей. Андрею. Катя, ты что? Катя, че то? Я. Аж. Я тебя в футбол вытащил. Как здесь оказался, ты, да? Ты что, цедуешь? Не вижу тебя совсем. А что я снимал? Произвел в школе по набору. Да? И стою, и жвальгиба смоки хва. А теперь откуда ты занимаешься? А что я иду по скеленду за нас? А ты? Окей, кто? А я, чего я? Вот давай мне эскадрилей. Командую эскадрилей, сбили мне вот один раз. Ну, вообще. Сейчас у меня... Давай, чем ты с мана скрили. Сутый вылет. Вот что вот, это? Что ты вылез? А мне первый. Омона пермасис. А у другого фронта Сленка еще в Ресвакару. Как мне просто псуду менту лужу. Я тебе промахну, курс давай. Курс 271. Курсус 271. Саня, что ты видишь? Саня, камотай. Нас гражданин догоняет. Догоняет. Я ж говорю. Я кажется, кем? Саня! Саня! Как там? Крови низ? Порядок! Герой.
Бобринского района с квадрата Скадо. Жора, сколько Жора, до точки? Кир и Киташка. Минут 20. Следующим к минуте. Фронт спущает. Придется обходить. 200, блин. Вижу. Мотор. Бобринской Твердентас района. Обнаружен объект. Угол 70. Прыгать будем? Хорошо. А ее куда денем? Дуем обратно. Я суге без. 900 метров осталось. Прыгай! Шо? А ты? О, тут. Буду сажать. Прыгай! Шо? Соня. Катя! Катя.
Прости. Здесь. Саня. 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 Катя. Я Катя. Здесь. А что? Ну, сим парашюта. Парашют! Рация! Радио сотели, вернёп я. Мы успели. Успели. Живы. Не верю. Даже не верится. Нет, сумку под этикетки. Ну, Павец, тебе это не обманивай. Вода. Вон два. Это то, что нам нужно. Пойдем. Эмма. Пойдем, пойдем. Эмма, Эмма. Я боюсь. Аж бьем. Дело. Катя. Собаки. Шумец. Вон Дания не ужасная сахар. Лишь бы только не трясили. Катя, меня поплюты на милю. Тихо. 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 Встань. Стоп. Тихо. Не могу больше. Ноги у меня болят. Катя. 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 Держись. Лайпитесь. Скоро. Я грейтвей. Оттуда. Исчезь. Ладно. Что? Сурвёмся без мяса с этипами. И рюкоме гиви. Коробка лайс в лагере. Стола в 3-5-3-5 пенке. Сколько территории? Территория твоки 100 гердо. Кстати, возбудись, я бы это мог сюда сожить и поселить. Давай. Поживет. И начинас. Дальше нет. Ветер, я чек тебе марш. Что команда? Ди колонна. Давно фронт? Все не фронте были. Вчера. Вахар. Летчики? Жвальгибель. Штурм. Штурм у нас. Ну и как там? Как там? На букву Х. Ишрейди СХ. А у вас? Окей, пасьюс. Сам по-моему. Грит и подсужжиновся. Я и шкарткану по ней учился. Ганмаус.
А чё? Вкусно? Скано. Что ты так хочешь? Я просто поймал себя на мысли, что мечта на такой минуте свое и увеса своего гиданима. Чтобы только двоим, только ты то и раз. Я тоже. Ощерье. Что просто те, которые подарите. Я не знаю. Не жену. Это не подожди. Нарсная палав, жена. Сетурия, смотри. Не. Нет. Не. Нет, не свое. Чего уж вина побега или дальше покеря? Так что? Так и совички не надо. Шохес. До Варшавы дозбывайся в 10 минут. Теперь стреляют бедных фигуров, которые не нашли. Батарея сижджова. Так? Щиты? Нет, нет. Левее. Кирю. Так? Щиты? Вот так хорошо. Ты в яре. Закрепляй. Твердь. Фиксируйте пелинг. Слышу станцию. Вот, хорошо. Что? Направление.
85-87. Что не здесь, чем в тюнеле? Saugumo policijos ir SD skyrius. Bobrinskas. Heil Hitler. Was gibt es denn? Чем дело, Вальтер? Es gibt schlechte Nachrichten. Плохие новости. В лесу заработала партизанская радиостанция. Да это же хорошие новости, Вальтер. Теперь будет проще их ловить. Точно. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, друга. Товарищ подполковник. Друга, папа. Гривцов нашелся. Отсраду Гривцова. Сгибов. Кто сказал? Каспасаки. Только что Котельников звонил с контрразведки. Как ты пишешь контрразведки? С камерой на Котельникова. Радист сказал, что у нас связь сказал, что самолет был сбит, но не селись. Хорошо. Ярай. Ну, сесть-то они сели. Но тут-то я ну тупе. Ну, почему-то в полусотни километров, километров от вашего спроса, как вы могли произойти? Ну, знаете, в условиях ночного полета, в плохой погоде, дело не хитрое. Да по мне так хитрое. Если летчик защищает саботажника и мешает работе органов, то нет ничего странного, что на следующий день он влетает примехонько под ПВО противника и оказывается сбитым. Другие папочки не ура побоюсь. Скорее из оттуда. Что за птички? О, какие чапукщуки. Мои птички. Чем она пукщука и пати с головой? А зачем? О, кам. Вячеслав, не мешай. Манес. Номер 321 следует в район Б-14 расположения партизанской группировки имени Будённого города партизану группуоте. Отзыв. Слаптажодис. А я? Отсакимас. О командарите. Под руку не говори. Капитан Гривцов капитан поступает в распоряжение командира отряда. Так-то вот. Штай-тайп. Будем служить Тарнау в одном подразделении, товарищ капитан. Друге, капитоне. Плохо, Хольт. Очень-очень плохо. Бобринская, вейте подполье. Активисты подполья. А у партизана еще и радиостанция появилась. Что мне докладывает рейхсминистру? Через два месяца должны начаться испытания. Вы можете гарантировать безопасную доставку оружия Победы на полигон? Я гарантирую. Оставьте их. Сегодня вы не можете сказать, что безопасность единственный железнодорожный резерв, который ведет к полигону. И тем не менее, я уверен.
Как вы можете это утверждать, если знаете, что в районе орудуют партизаны? Я уничтожу их всех. Через две недели начинается операция «Дельта». И я позабочусь о том, чтобы с партизанами было покончено навсегда. То дело, я не сдаю до утра, в самом сне. И остаток, сколько я полкшти де. Сколько полкшти де. Вельнинщина. Гельфлюгельфарм. Гельфлюгельфарм. Вомшки его денеси. Контакты с кайстатитой с друзьями. Мом с той же ноги ногами. Ой, ману мои югри, это спорите. Мексты повальгите. Ну-ка с ним мексты. Ну... А чё? Храни тебя, Господь. Ты сау готовы делать. Спасибо тебе, бабуль. Бугут, а чё там высос родоносил с армию с ворду? Ой, да где Курта твоя армия? Катька! Катька! На, ешь. Им хвали. Откуда это? И школа, говори. Лена бабуля дали. Нормальная Мало такая. Мало бабуля. Верующая, правда. Тесы тыкинки. Ты че, Вера? Вон, видишь, Даш сам отвалил. Давай, лопай. Матвей, не вот пьёга, Кирс. Что-то мне не хочется. Кашку дел на ноги. Так, что случилось? Касаться тыку. Ну-ка, посмотри на меня. Пожирики маня. Ну, дела. Благай. Ты ж все горишь. Тут и все, где где. Так. Так, главное, Сварбелся не паникоте. Так. Давай. Эйме. Пойдем. Стой. Стой. Чего? Курихи. Морщи на мост. Ну, сирен. Так, а ты... О, твоих отняшь мало. Да, Гричу. Давай. На печку. Лепкан кроснес. Давай, отвар. Дох Новера. Лена. Ну, красавица, пей. Грожоля, яркий, как дубна. В общем, так. Вену жучу. Через два дня. Подвию дену, быстрейка. Спасибо вам огромное. Лобой им, цачу. Только уходите. Ты критой им встретил и шейте. Полицейники и галенцы грусти. Прям так от них душа. Ты где-то в Иргусе сперли. Подожди, это завтра не будет. Ты критой или это уснебус? Как раз и не то делай рати грус. Андрей. Андрею. Чего? Как? Давай сюда рацию. Отнешь к радио статьяной батареи. Ты был он кроснет из дюна. Ты как? Кип ю тесе. Я сам почти. Потилы миндеуся пацанья. Не смяс карту. Потому что мы вместе. Это проверка. Че потикрени вас? А если у кого есть партизан? Ой, куринор, стурите партизана. Или поросенок. А прощали? Давай сюда. Вески течёной. Все слышали?
Быстрее. Гречо. Беги, беги. Бит. Фу, кажется, проскочили. Реагис построил. Вельная работа. Одеваться. Рентгенс. Испугалась? Ишь, Саганде? Не успела. Не успею. Вот мы какие с тобой. Моты кокенас. И в огне не горим, в воде не там. Не дегамир, в огне не скестами. Постой. Пола. Костера. Рация. Рация. Катя. Катя. Катя, стой. Полов. Стой. Стой. Стой, стара. Стой, Сяня. Куда? Курь беги. Стой. Шаусю. Кашове. Пойди. И ты липки ты бежим. Не ради колокольцов, я их шалин. Пострелял? Пошауди, сухня ста снайпер. Снайпер хренов, а? Так дочь у снайпа. Ну откуда я Ишь, знаю, кто старую херахрена, а? Откуда она у меня? И шкури и ягав. Так а я что, так я ничего. Ищею. Ты пищею, ты пищею. Я. Тинге и Сяня посевите. Че, лень было за старухой побежать, а? Да я... Аж... Молчи по уже. Тебе. Сирик, ты где? Пилка с курту. Тут я. А что? Рацию достали. Радио стоит, но габянки комендатура. Одел радиста, спасаки, как прежде, но смотрел побегти. Бежать хотел. Да, ну, пристрели. Понял. Придумай. Суголова ханус. Пойди. Иди сюда. Отвечу. Быстрее. Гричо. Ah.
Молодец, Катька. То, что у Оля Катя. Рация. Рация. Стой! Стой. Веди ее в лес, подожди. Верски и Полтолёв, и Мишка, аж поселись. Аж бери ее, я сказал. Андрей. Андрею. Выполняй, Андрей. Видите, Сахима. Артем, Булгер, Семя. Милая моя. Эмя, милая. Молодец. Шум. Называй меня. Вадим, к меня. Хер Голту. Если хочешь жить, ты должен помогать Германии. А ты ему, тебе предлагали стать бандитом? И ржудите волки, чтобы убивать немецких солдат. Так точно, господин Хольт. Ту? Кас. Военнопленный номер 1662. Нет. Не. 1662. Звал меня в подпольную организацию. Хлеб обещал. И ты не согласился? Кодил? Жизнь дороже. Гивибе брангесне? Понял, Холты. Господин Хольт. Я не дурак. Аж не хвилис. Кто хочет жить? Кто хочет жить? Привало жудите. Должен убивать. Ты готов? Залезай. Лип. Поедем на мост через Сошню. Вы же заметил теперь Сошню. Я и после всех свакарь обычно на посовичке. Я ситуация посидели с повоинга, чупка автомата и короткими трумповыми сериями. Не боишься? Не бей. Нет. Не. Стой! 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 Стох. Спички есть? Где кто кутыри? В ямках служишь? Ямка все тарнавые. Ямка? И ямка все. А это что за правило? Ока, счета попите. Да, диверсанты, партизанты. Партизаны, диверсанты. О, верно. Ну. Диверсант. Диверсант.
стреляю. Вижу я и Боблинскую комендатуру. А ты тури рация, батарея. А ну давай ее к нам. Я ему субботяли. Сейчас хлопцы с ней по-братски побеседуют. Панове! А ты, Киче, давай сюда, рейки по тыкрем диверсанта заусвайся, жмем бомбус. Аусвайс надо проверить пониже пупа. Да я ж начальник, я ж спешу. Ее, кажется, скобу. Спейся. Ну шо, вставай, комсомолочка. Стоки с комью ноля. Хватит прохлаждаться, пора и тебе поработать на благо великой Германии. Хлопцы быстро упали. Ну чё ж, добру пропадать. Такая богатка, глазёнки зыркает. А воздаю сразу в Москву отпустят. Да понятно. Пусть молодёжь культурно лучше отдохнёт. Я понимаю. А Супранто? Василь, Федорка! Ну что вы там ворошкаете? Куда вы штрибаете? А Супранто хочу на реке скубить. Ну посмотрите на нее, у нее не кожаная рожа. На, возьми спички. Тебе подарок от Рейха. Читал до вона, но Рейха. Ну? Висаю, но пью по семерке. Да, ну я ж тебе говорю, ну, всякий, мне ехать бачуете. Надо, ну. За что ты торопишься, Кус, как голый в бане? Ну шо, коза? Та не охота. Ты курение, маня си норе. Тусты я. Эх, я и бучу в ее неяснес. Открывай! А ты дари, а ты дари их. Эй, хлопец! Веруте. Давай ее сюда. Дох я, мам. Ай! Ай, их трогать! Не лез. Паша! Стоп! Верой Гаву, мы обещаем и крысанкам обсудки территории. Андрей! Андрей! Катя, чуть грация, обеди мишка. Обрыву гони! Марикин скарджи. Дождь. Что я? Марикин Йос. Слушай, моя команда, иди вдоль берега, Гранту, дальше пойдёшь по Кате. Подолжи, я поведу их в другую сторону. Себя, Сюхита, как же ты, Катя? Тебе. Любимая. Катя, милой, веки пьет пуст продолсавли, двили на километр. Персикал, Перу, СССР с партизану поста. Слабта же депрессивная, депрессивная. Я без тебя не пойду. Катя, я не пойду. Очнейся, тебе. Вигни, кисаки. Каждый четверг я буду приходить сюда, как вы молки. Тут место встречи. Я тебя люблю. 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 Врагонка убили! Морвиновка на жуде. Заходи справа! А сутки ты ж дешнец. Подойди, возьми! А Сергей побег. Гульки ты. Oh, my God.
Кара вдалась в лагере, стала к трищем тыкетри за чемпеньки. Ich werde Sie gegebenenfalls anrufen. Ja. Dann, Schauen Sie mal. Посмотрите. В моей практике он первый. Кто не колеблясь, убил товарища. За миску похлебки. Калачев, коскаемо полицию снова, да? Крыщук. Крыщук. Сегодня седьмая. Сегодня септента дена. Восьмая. Аштунта. Ну ж, как нас зовут? Ты, коту варду. Откуда пожалуй? Из шкура твикой. С какой целью? Кокю тексло. Куда девушка? Курнусин ты совомерга. Понятно. Айшко. Николаев! Николаевой. Иди. Ай ты. Че? Ко? Забирай. Ишь севеск? И чтоб к завтрашнему утру был разговорчивый, как последняя по Москве, последняя кекче. Встал. Стохис. Встал, я Грей сказал. Перестох. Пошел. Эй. Только смотри. Ты к жюри. Не переставайся. Не перся стан. Ты пройта карта. Сел. Сел. Вы зубной болью не боитесь? Ардентус Коусма не бьете? Инструмент мы... Инструмента стерилизуемые. Чтобы... Как не усекрестуют инфекции. Инфекции. Are you Swedes? А дети есть? А вы культурите? Крещук. Крещукой. А ну-ка, сними ну, к нему штаны. Чё-то с ним возишься, как вот с личной кожей. Нет! Аркальбесы? Стохис. Герой! Я тебя спрашиваю, сука, не кажется нашел бы сука. Чё ты? Герой, говорю! Дидвилис. Герой! 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 Сука, с ножом! Робанщик не сижу. Не! Ну что, сука, с ножом, а будешь говорить? Аркальбесы? Ты же мужлан, вы же... Ты в Доберман сидел. А что мы с ним работаем? Юхи снегивас. Вот он не живой! Живой, не живой, какая разница? Кто скирт мозг гива, зер не гивас? Это вся работа. Что я без создар вас? Дойди. После травм.
девчина. Мергина. Пацан. Берухас. Точно пацан. Ты твой Берухас. Стой, стреляй. Стоп, шо все? Стох. Да стою. Стоп. Чего разорвать? Духовные. Похвыщены. Прошла винтовку. Мясо шапка. Сейчас разбежалась. Да. Ты кто такая? Кто что такая команду? Хотя командоту? Мать честная. Пол паралис. Весь лес разбудил эту бабу. Тулеса мешка пожать на их вайша. Будена варда партизану Янгелис по гриндине стовикла. Шауди? То я пуси. Там Фомичус и Ргриня поста в стове. Волошин! Волошиной. Сбегай на речку, Коля. Коля, ну бег, приука. Стан кашка с шоу. Там кто-то. Вот. Чуть что. Иркаю с Беволошина до ритмика. Ну что, удобно Артал тебе? Артал потугу? Хорошо. Потугу. Кто-то. Творка. Гринь у нас рядовой необученный. Это Селинес. Религиозный. Да религию не прежищу. Ему носить ружье. Я религии, дружу шалтова не счете. Бабу на закорках. Бабу сан купровских норигали не счете. Сколько угодно, Огинго. А оружие не. Гингдеве. Такая, понимаешь, особенная религия. Что это и религия. Даже Исаакчу приказать ничего не может. Исаки ты нягали. Не подчиняется. Гриня Исаки мам с непоклуста. Савчук, это ваш командир. Строгий. Можно строить. Может, ударь гриштесно. С беду ее не иман. Под руку лучше не попадать. Или упоранка не сипаем. И шкарпи в лос. Деньги. Иван, и тупая мне кибера. Ешь. Вали. Не скуби. Не могу, тещенька. Не говорю тебе. Командир ждет. Вада Славке. Он говорит, что Колба, какие стихры жвирис? Говорят. Колба. А ты как бы поступил с таким народом? Ты вместе с утоки лявдями. Ты ему сто, он пять. Ты им жоди. Я тут дящен. Грамотный более. Лаба я ураштинги. Так вот это и понимаю. Так что это далеко, Ир Супранта. А вот у нас и в разве школе. Мусу ж вальгибу, смоки твои. Купус вадас, висада сакидова. Командир, это не должность. Вадас, ты не поригибе. О, ауторитетас. Так это про настоящий командир, говорят. Тип колба петик росвадус. Кури академию се мокусе. Который в академиях учится. А мусу вадас. У нас ты. Колухи о пирменникас. Ты даже колхуза. Паршин, ты что носишь? Паршиной. Курносик еще. Да, я так. Ты сёк. Норио пожиреть, как щитомс. А что ты его пожиреться? Шага в нашу Жигё Фомичу. Жигё Пасфомичу. Скажи ему, посаки кем, катрад ее статья свечники. Прожил спирту, попил дома мейстро. На первое время. Сухим Соусу пайком. Соусу давеню. Понял? Супротай? Есть, товарищ. Клоусау, друге Вадя. Дуй! Бегте. Висай посилейду. Только то, что... Ты Высавчук? Че Юсавчук? Угу. Командир? Бадя. Че ты сушевал? Куча с углумой. Ешь. Вальги. Не бойся. Не бьёх. Ну смотри. Та че жюрих? Уже радио стоти. За радиостанцию отвечаешь головой. Голова сахай. Поняла? Супротай. Reste der Roten Armee leisten immer noch Widerstand gegen die deutsche siegreiche Wehrmacht. Победоносному вермахту, Галингаям, вермахту оказывается сопротивление с армией слихучей. Остатки Красной Армии. Diese Banditen wollen unbedingt verhindern. А также лесные бандиты, бандиты и мешки, куриные нори, катритин и жемы территории, восточных земель, и себе шпатал тот варка, воцарились порядок и дисциплина. В
werden wir den Feind besiegen. Кого-то с бандитами повесит Ривз. Пошмолил скорее Роди, Годнехен часовик. Ihr werdet mit den Mitteln der Wehrmacht ausgestattet, ein jeder Soldat von euch. Ein jeder. Предлагает на вас немецкое командование. Если ein deutscher Soldat besoldet, верфлиг военнослужащим Вермахта. Каждый из вас получит армейское довольствие, денежное содержание и обмундирование. Хайль Хитлер! Хайль Хитлер! Saugumo policijos RSD skyrius Bobrinskas. Schnell, schnell. Ja. Ah. Hier. Und hier schnell. Das ist schlecht. Odette, Odette. Abrinket. Hier. Эй, что это? Туда, туда идти. Ну и я. Вот. А теперь все смеются. Все есть довольны. Все потянкинты. Але, але, все смеются. Сейчас офицеры будут вам показывать смешную картинку. Кингас Павикслюхас. Achtung! Pasiruoškit. Prigatovica. Snimat. Fotografuoju. Ha, ha, ha. Главное побольше шума и иллюминации. Все окрестные деревни должны вас слышать. Партизаны должны узнать, что вы ведете бой. Так точно, господин Хольт. Клаусимо Юра? Как насчет продуктов и оружия? Оружие вы получите перед началом операции. А продукты уже давно завезены в лесной лагерь. Там твой отряд все ждут. Там того бурю и улавки. Кездар? Позвольте спросить, кто ждет нас в лагере? Кеславки мусу стовиклая. Надежные люди. Патикими жмонес. Ну, спрянчил состепринти юсу бурю. Я решил укрепить ваш отряд парой людей из местных полицаев. Bitte, ich will an,
Есть еще весенняя дода. Нюхай мне галю приальки припрасти. Вальги. Надо привыкать. Не реки припрасти. Реки еще бегти. И думать забудь. Нет, не своих. Савишки гречев посмолз. Чем ж вена побеги, ледящим сушал да? Geriau būti sušaudytam, negu kentėti vokiečių nelaisvę. Čia prie sienos greitai pastato. Vokiečiai nepatiks ir atsidurs duobėje. Štai ką tau pasakysiu. Jei nori gyventi, pamiršk visus savo principus. Kokius principus? Tuos pačius. Garbė teisingumą. Čia vokiečiai realus, Andriuha. Ne tie, kurie kažkur apačioje po sparnais, kuriuos skrydame bombarduoti, o tikri. Baisus. Jei nenusilenksi, tada sulaužys. Mes dar pažiūrėsim, kas ką sulaužys. Nėra ko žiūrėti. Nori mane išdaviku paversti? Čia tu smikas? Ko vaipaisi? Stanis kur? Jei gyventi norėsi, tapsi išdaviku. Šuns nukės. Užsičiok. Čiuo? Ką? Štų slyšau. Tai, ką girdėjai. Tai dalinie tu buvai vadas ir didvėlis. O čia tu šun šūdas. Ir nėra tavęs. Nešaudyki. Išvesk žmonės, aš pasivysiu. Paskubėk. Что, дарай? Прижадимся, барака, кил стрюкшмас. Эй, добр не побегся. Маржинай, кота уголтас подарис. Сегодня ночью. Еще ночью. Из лагеря побегло несколько заключенных. Они были вооружены. Гинклоты. Die Verbrecher haben den Zaun zerstört und zwei Soldaten der Wehrmacht verletzt. Преступники разрушили стену и ранили двух солдат Вермахта. Sie werden festgenommen und erschossen. Sie werden festgenommen und erschossen. Они будут найдены и расстреляны. И сушаудите. Алис Клав. Висе супратуете? Всем ясно. Алис Клав. Алис Клав. Вам ясно?
Taip. Jönicht, alles klar? Taip. Schön. Und jetzt? Was ist das? O dabar? Für jeden geflohenen werden 10 Mann hingerichtet. Будут расстреляны по 10 человек. По 10 жмоню. Хай Гитлер. Ангзян. Ханда. Вау. Ausbitieren. Sauer geschossen! Jaub, du gehörst auch hin! Herr Wöschner! Was schaust du? Los mit dir! Jaub, du gehörst auch an die Wand! Ich werde mir auch erschießen! Ja komm, du auch! Was schaust du denn? Нас ждут, господин капитан. Saugumo policijos RSD skyrius Bobrinskas. Jawohl, ich höre. Да. Klauso. Jawohl. Так точно. Tikrai tai. Ja. Да. Was gibt's denn da? Ну что там? Kas atsitiko? В лесу снова заработала радиостанция. Что? Ka? Я не ослышался. Моня посигирдо? Черт. Вальц. Нет. Нет. Это не было нагадно. Нет. Было сказано, что в стране нужно стоять по авиации. Уничтожить все. И еще напомню вам, что у вас давно уже лежит приказ бригады фюрера. Приказ, понимаете? Слушайте внимательно. Нет, папку приказ знает. Уясните себе. Я хочу, чтобы на месте отряда таракана живого не осталось. Понятно? Ни одного живого таракана. Все верно. Светлана Александровна. Свеки, Светлана Александровна. Добрый день. Моня вилка, мой искус, мой не знал, когда идти. Ужигите процедуру кабинета, а шеф жюрисов. Что случилось? Что социтико, Ванда? Немцы готовят кабинет. Мокричи рингицы бомбардоти бури и шоры. Серёж, Серёжа, Серёж, ты дома? Ты намося? Да, так, намося. Давай. Реньки, сынок. Давай, собирайся, сынок. Слышишь? Сколько тебе нужно времени, чтобы добраться до отряда? 40 километров. 40 километров. 4 часа. 4 валанду. 4 часа. 4 валанду. Волошин! Я. Волошин, все успели. Все. Оружие в голове колонны. Уходим в резервный лагерь. Все двигаемся за Волошиным. Уходим к Ильинке через гай. На запасные позиции. Давай, давай, поторопились. Слушай мою команду. Паршин, помоги. Паршин, поди.
Лона. Марш! Марш! Грішке місце і ржамейне селе Мохне. Скажи, що передала Ванді мій приказ. Весь наражон. Наш чоловік в штабі для нас зараз. Дабам вам самому штабе, свербе уж гівіна. Важніє життя, понял? Супроти? Понял. Супроти. Ліщукай. Ка. Ну, а это что за центр? Ох, що цивілізація центру? Деревня. Каймус. Водилася Мартиновка. Скільки дворов? Кек йому? Дворов 20. Двідешим сутрупочок йому. Столиця. Состиня. Значит, команда такая. Команда таке. Расходимся по дворам. І з кістами по кірму, з зітинками чи по волонду. Сашко. Видно со мной. То есть с умонями. Есть кто живой? Архоснор с Гейвацера. Здорово, мать. Лаба смотен. Продукты можешь? Ар галема иступадите. Ну или там... Арба, кокейс нож с дробучейс. Да откуда вы взялись на мою голову? Из лагеря сбежали. Победами из лагеря. Мяскар обелайсви. Нам бы к партизанам пробраться. Но ретуме по партизану спаклюйте. Та чего не жином я хурейте? Ничего не слыхал? Непоня гердей. Слыхала? Гердей ты гердеев, та чего курья я ранее женал. Стойте тут. Половнича. Держи. Имх. Спасибо, мать. А чему там? Старс не обижает? Сыню у нас нет скрюджа. А то мы... Мы с Галиме Грейте и Пресинус постатите. А я и старше. А через Сусеню не милосис. Меня и старше. И ну, и мне шодих. Живи. Гивен. Подожди. Пола. Чего? Ко. Точно знаю, где партизаны. Та сына кумели ты хрыжи на пор партизаны. Жди здесь. Локче. Ударите. Ты чего? Авиацию с полка штаба слава попашца с Вена с Катури Вена Септини. Вот. Что и посигерек Василию Филипповичу. Листовка немецкая. Вокельчу прокламация. Вчера разбросали на позиции. Вы еще что с дивизией с позицией? Узнаешь своего ребенка? Отпожите с того на милетине Гривцова. И надпись соответствует. Уже что Сергей Титенко. Красноармейцы. Родонармейцы и поседовки. Сдавайте с победоносной немецкой армии. Катерина. Передача радиограмма. Кардок радиограмма. Партизане не идеи масштаба. Штаб партизанского движения. Вопросы есть? Клаус Мойра. Бумагу обещали, работать нет. Попер уже делать. Не сейчас разбежалась. Дархо и сидит. Дети возьмут бумагу. Что попер сгался. На вот. Что и? Немецкие листовки. Мокичи прокламасиас. Будешь писать радиограмму с обратной стороны. Расчик радиограмма с анкетос. Я их тоже подозреваю. А сейчас Сергей Павел Паскертин удвоил. Фух, забыла. Вельно, спомершу. Иван! Иваны. Банка солидола, Санка, кишмана, не можешь... Поимки шмана, жеминя, солидоля, уж дуру стоя. Ты чего? И качи ты с поксой. Муж мой. Чем она вирус? Вот. Что ей?
Группа военнопленных красноармейцев благодарит новые оккупационные власти за гуманное отношение и избавление от большевистского ига. Большевику Юнга. Уводила. Чё ты, да? Живой. Из Гивас. Живой. Гивас. Радуйся, что Джоки съехали. На три дня Пархоменко за меня. Вертая совязь три для нас полеху Пархоменко. Вернусь, поговорим. Кайги вещи по секальвесам. Кота в реке. Опять, может, хватит? Вил, Галкана, последний раз. Последний карта. Катерин. Катерин. Ты че? Костов. Тебя это не касается. Того речила. Жмог и блока. Муж не в кусок. Ее свира с концлагеря, я цирад. Иди, иди. Эй, кей. Да погоди ты. Пола. Живой. Гивас. Гивас. Тебе это не понятно. Тут Тоня супроси. Вот женишься. Ты кивеси. Катюха. Катюха. Ты че супер? Коду да спаляйдай. А что мне еще остается? Помочь мне. Пойдет, я мне галю, неху не галю. Штырь блявну кипайша. Зовут ее Марья Ивановна. Иварду Марья Ивановна. Учительница моя бывшая. Моя география смотрит ее. А сейчас... О, добро, давал я артели. Дробужу с вокичем скальда. Белье для немцев стирает. Слава труду, женщина. Шлове дарбы матери, святой. Здрасте. Волошин. Волошин. Ты что? Что? Я Марья Ивановна, собственная персона. Господи, откуда ты взялся? Ты скоро страдаешь. Ну, Ира, есть места. Вирту. Катюша, Катюша, полавча. Марья Ивановна. Марья Ивановна. Поговорим. После кальбетерейки. Девчоночку к вам. А, девчонку им с понями. Егера Мергина. Муж мне. Юс Вира с лагеря. Помочь мне развести. Реки побит, ем сусетихты. Катюша, не съел, дневной сыровей. Успокойся. Офицерзейн, Ганс. Офицерзейн. Трогай, Алёша. Пожелаем, Алёша. Да не отчаивайся, Катюша, ты так, Катюша. Не про расквильт, яс. Ну, один и день. И ударь их вена, где на дерьме. Еще ни о чем не говорит. Может, он дневалил. Был из Будея. Арба штаба шла. Или в штабе убирал. Может быть. Я ли буду. Какие они все несчастные. Какие я на лайми. Вы видели, что арматы ты уж вылезнулся. Прекратить ну, работу. Ну, стойки, дырьте.
Боже мой, что же теперь будет? Что с ним? Не знаю. Нежно. Может, спросишь у него? Да, по что с вами, господин офицер? Меня расстреляют. Будут судить и расстреляют. За что? Ушка. Я предал фюрера. Я потерял ключи от сейфа. Он потерял ключи от сейфа. Я поняла. Супрото. А ты дойте, артегул и сейна вельню. Не знаю. Не знаю. Сволочь фашиста. Фашисту и шпила. А все равно жалко. Ведь стих гейла. Господин офицер. Пожалуйста. Прошу. Боже мой, милая фрау, я обязан вам жизнью, я обязан вам жизнью моей бедной мамочке. Чем я могу отблагодарить вас? Нет. Спроси об Андрее. Поклавска пи Андрею. Мой муж в лагере, я не знаю, ваш муж в лагере. Это так. Я не знаю, даже жив он или нет. Это страшные люди. Они убивали немецких солдат. Они не уважают фюрера, они верят в Бога. Нет, милая фрау, это невозможно. Напишите мне его имя. С вашим немецким языком вы могли бы работать переводчиком и нести родителей. Я мог бы похододайствовать за вас. Супрось, но тут бурок, аж подвелся в автобусе, то спотно пепес, и привезли кипит. Какой из меня тогда беглец? Как стады из меня сбус беглец? Оче гивенте, аж не норь, вернее гивенцю. По мне чем-то, конечно, лучше сдохнуть. Ее сгорел на стыкте, не кентете, токи гивенема. И в побег я в этот не верю. И рто побегемо, куре наделевало, то есть издавика штурмана со шнетикой. Побег липовый, это понятно. Катас побегимо с увайдинта с висишка ишко. Немцы внедряются партизанской верой. Вокачи, банды, эти шверки и партизаны людей. Что я все деньги считаю театра? Шутка ли? Ты ки себе издо. Обсигим клавы, рмасышки побегу из лагеря. Представляешь, себе издо, их укея партизан в окиме с дидверей. Так они под это тело еще все по побегимо, дарир висус люди не посножили. А сколько еще народу погибнет, если это партизан? Я тебя вытащу. А что видишь, трогся? Только дай мне слово, что ты сделаешь все, что ты понимаешь. Кат поклюсь и посмотришь, как сырь попасху за пятосы ждавишь вас. Их супрэнти? Кат уж тело победим, а сушал здесь дящим жмони. Их расстреляют. Вот, пожалуйста, полюбуйтесь. Посигирекита. Сержант Флёрова. Начальник радиостанции. Партизану Юнгене Сергея Стовикла. Сержант Флёрова отсутствовал в лагере. Между прочим, Бея, при попустительстве и сведомо начальника разведотделения Волошина. Командир, я и говорю. Замолчи! С тобой будет отдельный разговор. Посикальбесме. А ты пионер? А ты пионерю, ходил 30 тварь, что длится пара келевой. Целые сутки добирался, а? Так я в обход ушел. А шаплинку келевал, пер. А Синовская ходил? А у немцев кто-то сбежал из лагеря. И швок и чулаки. Вот они все это перекрывали. Ну ладно, ты так. Ты кто? Аж ты кшей по глазу. Ты у нас боец дисциплинированный. Вот какой что пример мы подаем молодому поколению. И у всех вроде бы объективные причины, когда сбежал, говорят позавчера. Саду коту кто говорит? Казаку. Все. Немцы подняли гарнизон на главу. Гарнизона. Полицейские бессурские люди. Сережа, Мирке, Сережа, милость, ты с ним, ко мне сайте кас побегу. Голова куда, сговор, у нас. На подъезде Артель к полигону Бобринский полигону, Лека, Винагель, остается одна ветка, вот она. Что я?
по ней пройдет эшелон с ракетой. Вот в этом месте мы их остановим, делаем обмеры, берем образцы техники и выводим из строя вместе с железнодорожным полотном. Вот хорошее место. Возле моста. Ну, товарищ член Государственного комитета обороны. Очень верное замечание, товарищ Берия. Заодно и мост уберем. Одной диверсионной группы? Одной, но Дерябина. Или ваш легендарный Дерябин разучился мосты взрывать? Никак нет. Но одной группой. Людей потеряем. Вижу, вы договорились. Лакунас. Побегу из лагеря. Лакунас? Ребята!
Пресвятая Богородица, спаси, помилуй меня. Посидели. Сотня легкая. Сестра, у меня там. Значит, он вон все сон. Тетка, племянец. Ну что там видишь? Камотей. Горит. Дяга. Что горит? Лес? Дяга. Мишкас. Похоже, деревня горит. Дяга Кайма Селинка. Делинки 6 мёртв, не путай случайно. Эки Элинка сдогил тысячи километров, это не Клисте? Не. Не. Точно Элинка горит. Текра Элинка, дяга. Слышите, в той стороне? То я пусти. Господин капитан, отряд «Дельта» вступил в бой. Плохо, плохо. Со стороны должно быть видно, что отряд отбивает деревню Каратель, а твои подонки отошли. Что они делают? Залегли и боятся оторвать задницу от земли. Понимаешь? Я Вольхер. Так точно, господин Вольхер. Так точно, так точно. Вы должны больше двигаться, чтобы партизаны узнали своих товарищей и вылезли из укрытия. Вы должны это понимать. Серенький демон. Ты что здесь делаешь? О, туха, чевихи. Я как все. Ты там, как то все. Тойоту породи с ними сетили. Уходи. Эхному. Домой. Эй. Уходи. Отряд. Бури. Огонь. Огнец. Господин капитан, от присоединивые точки со стороны леса. Вижу, сколько там бандитов. Человек 30. У них миномет. Это же хорошо, отлично. Займите позицию и отвечайте огнем. А вторая рота пусть обходит их сзади. Пока не завершите окружение, себя не обнаружишь. Слушаюсь. Мочил за сутки, съел шкир такеля. Что вы спите, Фомигате? Садницу сорвать и вперед! Давай, стопи, давай, стопи. Давай! Крыша пришла, хренел погоньше. Чё, турецким макаром по кулкам. Это у нас хвосты, а у немцев боевые. Вперёд, я тебе сказал! Не стоять! Не остаёте, Пермин! Господин капитан, прежде сан трахов, враг забросал вторую руку гранатами и ушёл к болоту. Господин Холь, мы ждем вашего распоряжения относительно местного населения. Сжечь. Слушаюсь.
поджигает. Когда видел Соленко? Если липы, это места, командир, хочешь ты? Понятно, товарищ. Район Лиговине. Да-да. Жикет. Я сейчас подойду. То его ты и все. Терпи. Кенди. Тихонечко, тихонечко. То его. Вискас. Все. Сушить. Ну, соусы. Зажим. С полстука. Щипалку. Ищем пагоды. Через 2-3 дня. По 2-3 дня покиски тепларс перевеска с бузгарей. Спасибо. А что? У меня вопрос. Норюк и копа кластер. Я так понимаю, вы военнопленные, сбежавшие из лагеря? Побеги из лагеря. Ты сильный сопротивление. Хотите связаться с партизанами? Норите, партизанами. Сержант Флёрова, по вашему сержант приказанию явился. Сержант Флёрова, Юсу Исаки Матвиха. Сеск. Привет, Сережа. Лаба, Сережа. Привет. Лабас. Что случилось? Каснорс Атитико. После боя в Ильинке, помощь Ильинку я посмосу жмогу Легонине и отведя сужиста по бегу себе лайсе. Андрей? Андреис? Нет, не Андрей. Не Андреис. Сядь. Сеск. Ну вот. Теги. И он ищет встречи с партизанами. И снова со партизанами. Надо сделать запрос Рейхе в центр на разрешение. Тебе когда следующий когда будет на связи? Сегодня. Шенден. Я накалякала. А что ты, что порошу? Я проверяю, шифрую, отправляю. Шифрок, тут жди. Полегче. Сидите. Сидите. Блин, как там? Мне на улечку подогнать. Отвежа Кара Лакуна. Рейки и греет и супаклоты. Пересостатить. Капитан Гребцов. Капитан из Гребцова, садчик разбомбонящий пулка с катрёлика 0-3-лика экипажа ВАДА. Снова что с Гегужей спинкёры там при опятрику. Обдаваной мутури. Две звезды. Две жвейждеса родоносос жвейждеса ордена. Дедверис. Еще и нахер дедверис. Ранение. Бывает сужистас. Так, точно, в смысле... Ты ранен. Китайп сакан сумки и сужистас не бывал. Нехо.
Вовсе. Тупка нджемя слаку. Присы скрейдей. Темки ты и дислокацию света, аж суголвосик осведорите. Стовикла. Скатрюлька метру. Раскидает! Того хрей пустишь свайдить и пенькелику с 20 километров от стумов. Будешь? А шокси? Будешь? Шокси. И пойдешь. Ту шокси пирмас. Я последний. Аж по скутине с поюрки. Thank you.
почуя, Болжай. Пошли! Шоги. Ванда. Госпожа Кольберс, вы можете объяснить мне, чем вы тут занимаетесь? Вальта? Вальта? Вальтери? Что я, блядь, не подходи! Кек, ты распроменул. Опять дождь, то сгрен. Може. Ардар, ты с 5000 килограмм угался? Посистенься. Ой, что толку с этого динамита? Как я наудаю, что динамита, я весь тех не жену, как когда я двигался с проекта строки низ. Будь он неладен. Не лайкутуешь сюда, Вилан, да. Эх, Ванда, не вовремя ты провалилась. А такое вовремя не бывает. Так и удалеку лайку не будет. Катерина! Катерина! Иди-ка сюда. А ты че? На вот. Имк, сядь, сес, и шифруй. И сегодня и еще один платишься, супротай. В каком месте человек? Какие я ветви я ж могу сидеть? Штабе. Штабе. Потец голту пошел я. Под боком у самого Хульта. Вечером Рекью я совку, как и в собаке. Вот дела. Эркада Бардарита. Извините, товарищ командир. Други Вадя. Меня в штаб на работу звал. Отлезкет маня кветы дрипте штабе. Кто звал? Кас кветы, когда? К Хольту. Ее адъютанта с кветы дрипте Хольтуи. Вальтер? Вальтерис. Вальтерис. Товарищ командир, я школу разведчика задачу Вадя, аж волгу моки клабы, я усупогирим, я раймоку колба. Подожди, Флёрова. Палау, Флёрова. Ну-ка, сядь. Сеск, ир виска с мульки по пасокох. Давай поподробнее. Поняла Катя? Чаюс? Это вы? Куда я могу для вас сделать? Постернауте? Юс, а ты так отгалечу, бог ты ж тебе. Да, конечно. Пропусти Хойлен. Я поняли, я вас поняли, имя с вами. Идем со мной. Давайте ваши документы. Докита документус. Да. Тою. Герти.
А теперь кей. Мне укатал шахес. Хорошо, что я рейхе тебя помочил. То посисеке. Посисеке, посисеке. Ты кто такой? Кас тутокс. Долго рассказывать. Долго пасохоте. Мяс гинкла. Фройлен Катя, это ваша рабочее место. И господин Носов ведет вас в курс дела. Носов. Не щелес. Мамо, сынелес. Будем знакомы. Сеси по женьким. Аж Павелос Валентинович Носовас. Бувес мокитоес и карту шонслакес. Норс юмс шиту смолькмену. Женоти не будем. Майоро Дерябино, девесня с группой стовикларки. И юз гивас, друге лейтенанте, а мумс пасироди, кад юз веясно нечи. Я и родос, рейки жигнотис. Дов сава санкшис. Кур Дерябинас? Да. Жди здесь. Лаукче. Капитан Гривцов. Из лагеря. Ты сакай, побегай из лагеря. Побегал. А как попал? О, как там покрывай. Меня научили. Совайте мешки избегаю. Ты чего не побегал? На карте сможешь показать? А же сгибеси, Жемилов. Я породи тебе это и шкурговый поперес. Сгибеси. Пархоменко. Что ищет от квадратас? Они там в землянках жили. Те всметили, и партизаны, и там джемельцы гибли. Но я не вобло побеги. Я уж текрую сюда не был джемельцем с бурем саршус. А рьюз гердиот, как это было? О, как мне гердиесу? Без головы я рогердиот. Вот ты и сетикинец. И сетикинец, аж подсмочил. Аж дарки сидел в лагере, мочил, как вовки, чешел с обсеметелю с побеги мой тринко. Ярый капитон, я мяс только крыс. И ты, капа, сакей, те сати, уже не лайся в лагере, будешь кардать лейста. Жюрик. Лазарукас. Быков. Быковас. А сколько ты волошен? О, Коля, лучше нас, а это и жена. Ни черта он не знает. Есть не вельню, не жена. Привел все знову. От себя до Ричаненька. Ведь со стовихой, как и бьерялся другими. Скану? Гирял не лагеря, путра. А то. Ты жена. Коля, тебя командир. Ты давай их веча. Эльдар, мясо кухли. Спасибо, брат. А что брали чай? И весь отряд фальшивый, черт возьми. И рвется с бури со всеми этими. Юхи гуле, и побеги мазни пикас. Вену жаджу, буря до геонера. Весусики вену сунакинцы. Юх тян мусу виры, кара далай себе, аж товарищки, но кота и провокация. О, ришникас, провокаторис. А что, верука, с его рамком надеется. Спасибо. А, читал.
А, ты здесь? То че? Зайди. Уже. Говори. Рейка посекальбите. Штурман, значит? В 11 у штурмана. Был штурман. Бывал штурман. Ну, рассказывай, пасаков штурман, штурман хокевей и отпыты. У меня есть сообщение. Ты люпронящий, а ты че кальбетин, говорит, ты к суваду. Я и есть командир. А через суваде. Вы Савчук? И Юсавчук? Фамилия Скорж. И Шкурь, жена и Павард. СД сказали, что командир. СД, пасаки, как партизану буря вада по варде Савчук. Удивляйтесь. Ну, стябот. Говори, слушай. Кальбех, мя с Клоусом. Побег из лагеря. Побеги мы из лагеря, свойди. Борис, не тих раз. Немцы придумали спецоперацию. Вокачи с уголовой специально ковосу партизаны из операции. Называется... Ибо на Сиделта. Отряд собран. Борис, уринка, сеж был усю божью, и ждавику, и высокю, токю. Всяких. Вроде тебя. Ты кто? У меня совесть чистая. Моносажение швари. Я никого аж не убивал, не ждал. Ир не ждавил. В лагерь попал. Ой, лагерь. Поклевал то дело к одному шелепила. Там попал все равно рекомендовать Вокичемс. Отсакил Норю. Паша, иначе из лагеря не вырвешься. Не скитай, лагерь, а не штрукси. Складно. Логишко. А что, если не поверить ой, тебе? Ой, тебе меня потекет, сверху поставлю... шаудисю. Капу сахися. Да не вру я. Аж не мелою. Ну, хотите поверить. Эй, Норю, ты тикринкет. Мне легко. Мне ленгво потикринте. Вот это место. Что еще вот тебе-то? Я ем основ скорджу пусть, а Сергей Бастовик, ты при я ем. Ты ей уж пульсит решено, то ее с гальмой шаудит, как и бещукус. Выходят дураки. Вроде на себе Вокичей вы. Не, дураки. Не, не хвы. Просто бояться некак. Ты все хнера хобьете. Немцы для Дельты свои. Вокичей? Дельты, совички. И у Сергея Ряги совички. Как говорит Ряднов. Кевсако Рядновас, партизаны мусы гинклоброли. Ряднов это кто? Костас Рядновас. Командир отряда. Буревадас. А все операции кто отводит? Окас выдавал я веса и операции. Точно не знаю, Икслей но... Икслей не знал. Ты чего у тебя все где? Рядновый команды, выдавал я вокет из пона с Голтас. Старый Голтас. Все нас пожистамос. Значит, ты никого не убивал? Ты никого не ожидаю того вирщенника с Голтас. А начальничек твой пусть ходит. Пусть в Кайму районе, с Дегином. Деревень в районе сжег. Но мы-то не сжигали. Мяс юг не Дегином. Мы составляем мяс только списки пособников. Мяс партизану по Гальбенинку Саршус. Вот эти? Что еще тос? Откуда они? Из шкурь с гарты. Выйдем на минуту. Еще кем грину ору по клепоте. Кадарисим. Не знаю, командир. Я же новый. Мне он нравится. Мой спотинка. Дросу свинкас. Докишки интерес, ты чего? Не опорси даже, не ешься ганду, а ты краздит бедес. А что? И сам признался, никто его за язык не тянул. Все уложил, как на духу. Ты мне сотец и школе. Значит, душа говорит. Водинайся колбану чердей. Потекеют.
Либо ты редкостный сукин сын. Арба тушунснухи скоки урята. Либо настоящий герой. В результате операции ДЛК в этом районе мы видим работу по внедрению агентурной сети. Сугума полиция Сирес Дескириус, Бобринскас. Что с партизанами? Отряд Савчук практически ликвидирован. Остатки банды вытеснены в районе Ильинки на Болотной. Агент проведет нас сегодня в расположении лагеря. Ночью остатки отряда будут уничтожены. Ну а что с радиостанцией? Уничтожено. Сунекина? Кем? Она молчит уже 2 недели. Мы считаем, что это результат нашей операции в Ильинке. Если все так прекрасно, то можно сказать, кто ликвидировал вашу паленую дельту? Мы еще продолжаем следствие. Позвольте добавить, гибель Дельты Ярославы Косово-осменная трагедия. Как личную трагедию. Следствие продолжается. Второе число уже послезавтра. Эти сволочи... Тенекший понайкино висос от остогас ирлайс ваденес. Кам понайкино висимс, понайкино и кентрозденос. Те корей восивет де тварка, тих куревинес, нет буфетеники из комендатурос, белайс ваденес дырма. И сако уж бэгты гележинкали ремонту дарбус. Завершить работу по ремонту подъездных путей. Спирательный сбута с Бобринска, с Воспи, и те пеленготы, и продел лобынь, а тиксли отвозжете пету. Удар сарку макат в офичи педанты. Ар пархомен кабуа, то и буба. Отнеща диаграмма. Посак, як от вакаря, и с отцахим. Отлично. Пуйку. Если меня не будет, передайте, что операция назначена операция на второе. Антрадена. Вот. Какая ты умница. Кокету шоу-ноля. Вот смотри. Жюри. Это от Савчук, это паршутишка. Щита сно паршутинника. Посаки как лобы с кубу. Сегодня вышка с грейта и с кубы. Что-то неприятное? Архокия норс не мало не жене? Понятия не имею. Паршутисту свой код. Паршутинника и туре сава кода. А вы Светлана Александровна? А ю Светлана Александровна. Осторожней с окном. Бук это Сергесня Деланго. Кас норс гали помотить. Хорошо. Герой. Буду все от Сергесня. Юркиной. Арговой радиограмму. Получил. Давал. Расшифровать. Да, реки и шифровать. Майор Дерябина, диверсия с группой стовиклавите. Юркин, Юкче, Катя с полкщукой. Катя, дар Катя. И вы садатор в жоде, так и с полкщуку срашу. Ты гал погнешай, эй еще. Юркин, ты ж даже не понимаешь, Юркин, что это нет, не супренти, как сейчас ты буклас. Где связной? Ку Рищенко. Связной? Рищенко. Брат, вы связной. Бурлич, я не мать тебя Рищенко. Рищенко с Ишвачева, Ишвачева. Ишвачева. Фу! Чего? Слушаю. Клоусо. Так точно. Ты крой ты. Да. Ты. Так точно. Ты крой ты. Господин капитан, первый поезд вышел. Докладывайте о всем маршруте. Так точно. Носовый. Идите к приемной и не отходите от телефона. Верни справки на телефон. А пересадь телефона граммастера по ртоке телефона капитона. Гречо. Гречо, гречо. Носов. Поживее. Носовый покрутит. Садитесь. Сиськи.
Носовый. Ни на минуту не отключаться. Докладывать обо всех передвижениях первого поезда. И литерного. Будет выполнено. Хорошо. Геры. И застегните, наконец, пуговицу. Как женоте, а пе специалу и травкине? Я не понимаю. А шьюсу не супрамто. Мне надо знать, что происходит. Мандрите женоте, когда отвикста специалу со строки низ. Ты лобы с формой. Павел Валентинович, соображайте быстро. Павел Валентинович, у головок это кричал юг юс. Совет не смог это яс. И не кем че ты волки чу. Катенька юс клистов. Ошибаетесь, Катенька. Я. Аж не советил смог это яс. Я. Аж. Недобитый враг народа. Несу найкинта сляудес прешас. Лагерная пыль. Правый уклонист. Дешиневую пожиру. Божью покалихас. Кулачник. Я не ненавижу аж не кенчу юсу вальдёс. Берите свой пугач. Потравки того, что удихли. Все равно вы не будете стрелять. Весь век мешался-то. Буду. Шоу все. Стреляйте. Тогда шаукет. Стреляй. Шаукет. Вы не слышали мой приказ? Парни, где это Мона Исахиму? Давайте поскубекет. Же. Поскубекет. Легко, мы. Иду. Атино. Pirmas traukinys išvyko iš stoties. Jis yra kaip priedanga nuo diversijos. Paskui jį, stabdymo kelio atstumu, važiuoja specialusis. O tiksliau, atstumas tarp traukinių 5 km. Specialusis traukinys atvyksta į poligoną rytoj 17:00. Čia viskas, ką žinau. Katė, ar jūs būtumėt į mane šovusi? Не ел им с небой су. Еще как страшно. Даришь как бойсу. Волошиной. Я. Ка. Ребята, спидли вдоль нас. Вирам с реки и сетей ситы и щелгай санкасос. Вон то дерево видишь. Мотай там,
Тен рейки посадить в снайпере. Я Ленько пошел. Ну, сюсю, Денько. Смотри. Жюри. А минамет? Он минос выйдет. Вот туда рейки, песочку. Что и Тен? Примешкяга посадите. Паршин старше. Паршин на скилю. А сам с Пархоменко. А то по Пархоменко. Миноки ты бегишь. Класс. Аккуратнее смотри. Ты бука царгос. Холцы, давай сюда. Вирой, статики штыча. Эйшалин. Эйшалин, сакал. Эйк, что это? Выскази, партизаны и сабо ветуся. Передай по цепи. Пердоки там, по сирочке. Пердоки там, по сирочке. Ильяки, вету я маняс. Наш? Мусишкис. Регис мусишкис. Чё-то я не пойму. Не супранту, кодел некоц не пошел. Можешь сбегать парашютистом, разобраться. Главно бегли по спорошитнику с рисечком. Не рейки, садик через тебя бегтил. Таш, ну бегсу. Доси сигнал. Герой. Савички. Командир, я... Курвадос. Командир. Вода. Почему не вкрываете? Кудил не справдим это. Все нормально. Не сияводим. Наш следующий. Мосички скитас. Второй. Антрас. Винтовку. Док Шаутова. Алам! Алилос! Нара! Лос! Огнес!
делать? Вадя, кадр рисом. Пока ничего. Колка смех. Гришки ветер лов помогас. Косо. Вас что? К. Понял, капитан. Специалы и тройки. А такое партизан. Прохи Химас. Thank you.
справдено. Отвлекло волкичу постепенно. Трогемец! Хлопцы! Виры! Отходите под мост, я их задержу, командир! А еще слыхи сывали карты партизан. Поселенцники. Жив. Дивас. Уходим. Трохимес. Господин капитан. Поня капитоне? Да. Ка. Мне приказано арестовать вас. Господин оберштурмбанфюрер сказал, что вы разжалованы. Что? Ка. Вы арестованы. Юсуимтас. Пожалуйста, сдайте оружие. Именем фюрера, сдайте оружие. Вольтери. Идите к черту с вашим идиотом фюрером. Что? Ка. Господин капитан, сдайте оружие. Не весу живуся с другу січнящим їшму шелуху. Та чи у Ювороду нікогда не помірщим? Вічна пам'ять Божа. А мжинай присемінцями живуся ось у жму супергера. Смерть фашистським окупантам. Казарно ретельте жоди, а пьемо суживусь у другус. Тогда я скажу. Туда аж посекися. От имени командования партизану идеям штаба водовимя сварду. Партию с района комитета варду. Я что-то Пархоменко не вижу. Кашкадю на мотор Пархоменкос. Федя, кур Пархоменко. Командир отряда. Погодите расстраиваться. Дар не оскубекать, салвартаут и Светлана Александровна. Тартмирусию Йоня Матина. Не вышел. Картусу Бурюж могу снять от травки. Ты хлопы должны, Матинка. Ведь Симона хоть могу с Динго. Человек пропал. А он...
Где Волошина? Курва Лошина. Там остался Коля. Коля там, Василиха. По окончании операции после боевой операции Флёрова и Шсюст и погрендинятор небо света. Ну что ж, я приказано, значит, неправильно. Кліптик попоросаває чи перфронтовін, як я ляв смусу Гурголя, сусужий стейсі, стейгі бук посірошися. Так що собирайся. Що ти мені навалила? Хочемо, ан прикрою. Бумаги, сейф хойта. Чо документа, і ж голта сейфа. Оставь. Поліг. Пожирєся, кей твій слойко. Жора, кать жінотом, кип джогіося тебе матідам, а щір гікатя. Mes Andrejumi su miške nuolat apie tave kalbėjomės. Žinau, ne, Andriuha, man velionis Andriuha dar lageryje pasakojo, kaip jūs pas partizanus ėjote. Ką pasakėjai, pakartok. Maniau, kad žinai. Когда это может быть? Что-то не гали будет. Мои глаза. И ну что, Романа Кимовская? Виса с Борис, мать, и маневка того попаска ее, Катя. Катя. Я бы почувствовала. Аж бучу в поюту все, Катя. Не, Катя. А Сергей, вес дорогий вас. Делаю, что могу. Дарау, кайп могу. Курсы. Аж бы я у тех санитариев с инструктором курсу с медициной академия. Лайкитесь, лайкитесь. Нет, есть. Кажись, нащупал. Сука. Вот она. Что имело? Держись, лайкитесь, лакуня, то я у бинтосе. Что думаешь, выжили? Кайманай, лик сгибас. А что сейчас гадать? Добар его первел успеливать. Не рекею сакити его оперовать. А добар, кваршинцы мегал вас, а рис и келектува изгивен, зар мумс, текст отсакити уж тейк от мире. Не бью, Ксения. Не довезли. Не бью, отсакись меня. Ну, как он там? Кепис. Бредит. Клиенты, жмона присемена. Катерина? Ну, раз жену ей присимена жмона в один осигивен. И кустарник далеко не уносит. Круба то линия нунешк, лаужам справец. И шлапец, друге мой, Ренедекс. И жду сперцевайте, некуда не сидит. Ну? А ты стал... А вот у ее еще и не? Да. Тайп. Удачи. Всех мест. Всех мест. Бывайте. Ики. Как сам-то? Кай, подсиют, если. Трупоти контузия. Голова скауда, и руси собой си скамба. Своя не спит. И не мега выштыне. Я должен сам. Тырю потей, без капопаску, ты жена. Катерина. Катерина. За Сережку спасибо. А что там уж Сережа? За Светлану. Уж Светлана. Спасибо. А что там? Садись, Флёрова. Флёрова, сеск, ирклусик. Я постоянно. Аж постовися. Сядь, сказала. Сеск посихел. Ну, села. Отсиседал. Говори, Алексеевич. Алексеевичу, кальбик. Тут вот в чем дело. Что их встрехалось? Что? В общем... Вену жоджу. Жив. Гивас. Жив он. Андреюс Гивас. Я с ним у парашютиста был. Аж бывал пас парашютинникус. Ну, ранен. Сужистас. Но живой. Точил Гивас. Тихо. А чё? Так я, может, не могу. Галаш посеян убегся? Я тебе дам. То я, что он убегся? Отраться не на шаг. Не сетрох, но рацию с ней пережимся. Информирование скоро. Грейт ему с перформанс. Жюри к ман. Письмо передадут. Лаешка пердос. Дуется. Марш еще. И что, брат? Обсидил я. Ну, сказал. Марш посахил. Ты тоже отдыхаешь, Алексеевич. Тут Ирги Алексеевич Алексеевичу.
Ож, но и все помяготе. Шендян, аж висаешь, глябуся. До кранка. Эрике. Кайпнори. Из кредитина галеса ты к вас мусгрессовый. Крим себя банда майлой котерка. Юрием телефона доку не мели писи по чемпе и по голову спрелись. Кокетер по голову, кажи, ну. В случае чего звонит. Я и прирекска. Крим из долини, септина из дешин кетерев, душим то и шухини из лепка. Супрато. Приготовились? Демесо. Бывай, Андрей. Ики, Андрей. Бывай. Ики. Спасибо. А чё? Будь здоров. Лик свейкас. Удачи. Сармес. Jūs kapitonas Grivcovas. Так точно. Tikrai taip? Eikite su manimi. Katiuša, perivedi mane. Katiuša, išvers man šitą dokumentą. Ну, если Верчин пожиджуй, скамба кайп сутертис дел агентури недар. То есть подписка. Китайп сакан сутикимас. Галим ар тей посакити? Жора Ленько. Жора Ленько. В голове не укладывается. Как тебе дали бути? Да. Ну, что ж получается? Кот и речки. А то получается. Ты и речки. Наш Ленько. Кот мусор Ленько, а татинец СД агентас. А вот это что такое? О, каще. Что это? Да? Похоже на дневник Хорта. Понашу кача голта динориштис. Вот здесь что написано? Кас штай че порашита. Что там? Ну, кас. Не могу. Не говорю. Он пал на жизнь. Ис будалис. Ис мужу для мусовирском лагере. Сам добровольно. Под Савонору. Он... Ис... Пархоменко. Пархоменко. Ну, Жудия. Максима Едешина. Шаудики. Аж не норел никакой ждать, аж норел гивенти. Катя! Попасыкал кемс. Катя, юг ту меня пожисти, аж окликал 62 ковини скриджес, ир турю медали. Ну шалки, как не секантенчу. Шон слышал. Некши не кенчу. Бруличи. Катя, ну помоги. Катя, поди. Юг ту гера. Ту не галину жидите. Ну ты же не можешь жидить.
Рассказывай. По Асако. Воронежо, фронто контржвальгиво смерш вальдива. Ка паскоте, висо тесо. Родину предавало. Ка пиш да вите вине. Своих товарищей по оружию. Призлавайся. Присипажин. Чем скорее тем лучше. Ирку гречил тогарю. Аж неко не ишдам. Ир не торю ка присипажинте. Я требую, чтобы Риколау ее ката пиманя проня, что ли тец херам бомбонеч пул. Мандарня такие присипожинного, фашисты ишпена. Я считаю, Манаука ж могла узгалимить. Что человеческим возможностям все-таки есть предел. Антрас авиация с армией скорее с трибунала. Неймановы, две пора сдерпь тебе мегой полиса. Ты не жмонишь косали в здравии полькинке. Да. Тайп. Это мнение всего состава трибунала. Трибунала. На рюмоване. Да. Тайп. Прошу это Прошу учесть. Матич вельти. Кто там следующий? Каскитас. Грифцов. Грифцовас. Грифцова. Отвезките Грифцова. Твоя фотография. Това нотрука. Моя. Мана. Хорошо, хоть здесь. Герой, как бенди ученес из Пирёи. Приговариваешься к расстрелу. Ту нотей сама сушов, дети. Что? Ка? Подождите. Плохи. Здесь, наверное, какая-то ошибка. Мотите себе, ляка, шоке плейда. Нос прям без галутини, серня скунчива. Товарищ майор. Другий майор. Товарищ майор, позвоните Полок. В часть и Другий майор, пускай меньки ты дали не сапиня с дяченке туре, дущим тей, подвески ты майора Дерябина. Если свист капаешкин, стейк лейда, шнякал тас. Нет, ну вы как хотите, товарищ. Другой, сулу, подарите воландос, так, рукоман, ел, на тушон стоки, вен ты нойся. Клоси, браток, Бурло, позвони в часть. Поскамбень кидали не септиня с дешенка в дуре дольшим тэ. 200. Позывной Шелки Лерка. Шелкинис Лерка. Скажешь, что Посакика, суша у дети нотися. Грифцов, Мана поварде, Грифцовас. Грифцовас. Запомни. И семени. Попросишь капитана Юркина. Подвес капитана Юркина. Ир майора Дерябина. Разговорчики. Нотел. Слышишь? Герды. Майор. Майорас. Дерябинс. Как под расстрел? Кипсу шовнитас. Почему? Куди? А потому, товарищ младший лейтенант, что все предатели Родины, попавшие под 342 каварища Сталина, расстреляли вас в Грифцова. Расстреляли вас в Грифцова. Расстреляли вас в Грифцова. Расстреляли вас в Грифцова. Юсу Грифцова сушовнитас. Расстреляли вас в Грифцова. Ничего страшного. Не кобысаус. У нас элементарный обморок. Дохите ей сальчос арматос. Не пугайтесь. Не бьёте. У нас Шитайп, такое материнка. Бывает. Мы беременны. Юс не счастлица, милой паняля. Пятый месяц. Пантас минуа. Вот и прекрасно. Погал статистика. От весеннего зачатия. По васаре продети вайкай гимстопати свейкяуси. Приказ командира роты исполнения наказания. Волосную вигдемо клопос приведос реколу комиссариата Вада Исакимас. Вигдемо скара трибунала нос принде куревушти винес и ждависте пилетис Андреевис Константиновичус Дрюцовас. Но ты сама сообщался и был смей. Сакал сушал ли ты ждавик и полайду пеку на бомбрамя капя. Заряжай! Уж ты сихит. Катас! Носит айкикит. Ты сидишь и
мені так акумулятор акумулятор іскрався. Настирний. Лабоятка клос, атка клос. Ну, гомонись, майор. Ну, сирамик, майоре. Я ты. Гирджо. Я ты. Гирджо. Может, она выходить Гал не хочет. Галина Нори, щейте. Вы знал, то пусть имя твоя. Голубо. Не кажется. Кругом война. Викс такара, свои вене шамотец. Тем более уверен, что ты по ним. Готовься к таким осекатужу вас. Соображай, майор. Мастих, майор. Если ты к нему сыхаджу. Уж ты сыхет. Носит таги. Стоп. Ну не си шалтус. Кешевик, ты же головой сахи, манутил, я регивяна дыжно бережуркис. Су тевими калба НКВД майорас. И патинго сос паскиртис группа свадов. Еде я котоки. Ты крыти, ты перекарды в совоколос буря вады. Как майорас Дерябина спасиеме, совокари полбусы сяечким то сапринкимес. Ир, ну был стыкальтининкой, пасхи маля. Аж не околка, саж головой сахи. Теремас настадис. В нашем районе. Мусу районе. Кроме этого, без щитов прокляты местели. Еще два. И радарду. Озерный. Озерно смажесис и озерно щуринес. Тебе сегодня вечером улетать. То чувак и рарейхе из Кристи. У нас время на дорогу не хватит. С барсуком вас не уштекс. Сидим и червал, ты лайха гришнага. А мы тут сидим. Ждем у моря погоды. Мановка, отвеска, Сашка. Поехали! Вожжуем. Андрей! Андрею! Išverstai ir įgarsinta BTV.